Юные муравленковцы встречают новогодние утренники со сладостями. Подарки детям раздают бесплатно. Они бывают двух видов – индивидуальные и на класс. Продолжит Анастасия Попова. Для школьников, воспитанников интерната, детей из семей льготных категорий и неорганизованных детей в Муравленко предусмотрены новогодние сладкие подарки от муниципалитета. В этом году за счет средств городского бюджета приобретено 4792 вкусных набора. Перед вручением их детям каждый тщательно проверяют специалисты. Нам завозят новогодние подарки. Мы вскрываем абсолютно все коробки. Все коробки, которые новогодние детские подарки индивидуальные. Проверяем количество, качество. Для этого у нас есть сертификаты соответствия. В соответствии со спецификацией по договорным обязательствам. По весу, по внешнему виду. В индивидуальном сладком подарке весом 850 граммов 53 наименования конфет на любой вкус. Все они представлены ведущими отечественными фабриками-производителями. Вкусные конфеты? Да, очень вкусные конфеты. Конфеты вкусные и сладкие. Довольны не только дети, но и родители. В этом году прекрасные подарки, хорошего наполнения. Дети очень довольны и рады были после утренника такому подарку. Для учеников 5-11 классов предусмотрен общий подарок на класс. Вес такой коробки с сюрпризом 3 килограмма. В нем представлено по 7 наименований конфет для каждого учащегося класса. Кроме этого, индивидуальные подарки в этом году получили и участники елки главы города. Это более 60 ребят. Для неорганизованных групп детей муниципалитет также приготовил подарки. Неорганизованные дети – это дети, которые по каким-либо причинам не посещают либо детский сад, либо школу. Такие дети, подарки мы выдаем детям в возрасте от 1,5 лет до 14 лет включительно. А 1,5 года ребенку – это значит, что ребенку полных 1 год и 6 месяцев. Подарки они могут получить по адресу Ленина 74А в многофункциональном клубе молодежных инициатив. Подарки там будут раздавать по 31 декабря включительно, с 2 часов дня до 8 вечера, без обеда. Вот такие приятные сюрпризы. Дети рады, родители довольны. Сладкие подарки в Новый год – хорошая традиция нашего города. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов, Антон Иванов. Новости Муравленко.